Всем привет, дорогие зрители! Нашел виллу семикомнатную и трехэтажную. В районе Махмутлар, недалеко от моря. Расстояние отсюда до моря максимум 900 метров со всеми поворотами. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Быстренько отсниму и объясню вам про этот проект. Здесь частный бассейн. Весь участок 530 квадратных метров. У нас с этой стороны дорога, которая соединяется с дорогой Ататюрка. Расстояние отсюда до Ататюрка 180 метров, максимум 200. Так, вот такой участок, вот такое здание, вилла. Чуть не крутится. Вот такая вилла трехэтажная. Шесть плюс один. Весь участок. Можно также посадить деревья, растения. Эта вилла продается пустой. Здесь есть также отдельный участок. Не знаю, как-то можно его использовать. Так, и внизу можете посадить себе там деревья, овощи, что желаете. Вот вилла. Здесь есть балкон. Я двери там не открыл. Вот. Тут требуется ремонт. Смотрим, здесь что. Здесь у нас гараж. Двери закрыты. Там у нас гараж для машины. Так. Тут у нас зона пикника у бассейна. Войдемте в виллу. Входим. Вилла продается пустой. Так, здесь надо включить свет. Вот, включился свет. Здесь у нас кухня. Островок посередине. Лестница у нас мраморная, серого цвета. Здесь гостиная комната, есть камин. Вот камин. Здесь выход у нас прямо к бассейну. Там еще один маленький балкон, который я показывал снаружи. Здесь первый санузел, просторный. Общая квадратура этой виллы 250 квадратных метров. Здесь гостевая комната, или как столовая они сделали. Так, теперь поднимемся наверх. Тут прихожая верхнего этажа. Начну я с этой стороны. Здесь спальня. Значит, первая спальня. Тут балкончик. Вот такой вид с балкона. Тут уже все построено, ничего больше не построят. Тут у нас вторая спальня. С выходом на балкон. Так. Вот такой просторный балкон. Тут нужно отремонтировать все. Вот такой вид. Там также можно что-то посадить. Покажу вид с этой стороны.
если что-то в будущем построить, только вот там, в верхней части. Где банановые кусты? Так, это была вторая спальня, это у нас третья спальня. Это хозяйская, так как и санузел. Еще один санузел здесь. Два санузла на верхней, на втором этаже. Внизу у нас был один санузел. Такой просторный. Поднимемся на третий этаж. Угу. Это четвертая спальня. Также есть выход на балкон. Такой маленький балкон. Так. Здесь у нас еще один санузел. Это уже четвертый. Вот такая система душевой кабинки. И здесь у нас хозяйская спальня. Третьего этажа еще одна. И с санузлом. Пятый санузел. Пять санузлов, пять спален. Также балконов. И здесь у нас еще открытая терраса, зона пикника. Вот такой вид. Немножко видны горы. Вот там дорога асфальтированная. Солнечная батарея также есть. Значит, я хочу уже подвести итог. Значит, дорогие зрители, трехэтажная вилла, 6+1. 6+1, да. Так как нижняя комната была, они сделали столовой, но это тоже считается спальней или гостевой комнатой. 6+1, 250 квадратных метров жилая площадь, общая площадка 530 квадратных метров. До моря здесь максимум 900 метров, 850 между 900, до воды Средиземного моря, рядом есть инфраструктура для жизни. Гараж также есть, частный бассейн. Продается пустая, цена этой виллы 215 тысяч евро. Если вам понравилась эта вилла, звоните по номеру, который указан в описании. Все, с вами был мистер Агасий, Солнечный Алань, район Махмутлар. Всем пока-пока.